Много людей не любят готовить, потому что они думали, что делать все это, кастрюли грязные, как много сковородка грязный. Но сейчас есть это много пакетики, где ты можно все на пакеты, на духовке и все готово. И это, честно, очень удобно. Специально я, когда я полный день готовлю, и потом я опять дома готовлю. И меня потом нужно все это чисто из пакета, когда все готово из пакета, пакеты мусор и все хорошо. Это очень удобный рецепт. Это из кускус, из тыква. У меня есть тыква. Можно нарезать, как ты хочешь, на кубики. Это, честно, не важно. Только кусочки тыква, кускус и бульончик. Ты можно делать бульон из курицы, рыбы, мяса или только овощной бульон. И все хорошо. Пакет из все как на ролл. Ты закрыл низ. Мой духовка сейчас на 180 градусов. Тыква. Кускус. Соль. Перец, чуть-чуть тимьян или розмарин, или что у тебя есть дома, на твой сад, и бульон. Вот это маленькие кусочки, которые я не знаю имя, но это помогает вам закрыть пакет. Что я не знаю, я не знаю. Пожалуйста, написал меня на мой Инстаграм или на мой Ютуб и скажи меня, как это зовут. Хорошо? 20 минут на духовке, будет готов. Очень удобно, потому что ты можно как это готовить. Гречка, не только кускус, перловка, рис. Ладно, готово. Двадцать минут, и все будет готов. И я готов делать презентацию нашей тыквы из кускус. Или кускус из тыквы. Я очень люблю, когда у меня есть шанс открывать эти пакеты после духовки, потому что аромат всегда... да, все концентрировать туда. Ну, все видят все, вау, как магия. Честно, если я буду только один сегодня, без вас, все мои друзья, я только ложка и кушаю, и все. Но я буду делать красивую презентацию, все. Я буду добавлять еще соль, перец, чуть-чуть апельсиновый сок. Как я люблю, когда кускус, он открыт, но он не приготовлен. Сейчас есть одно очень крутой метод здесь, как готовить вкусный кускус. Я буду добавлять чуть-чуть оливкового масла, петрушка, если есть кинза. Какие зелень есть дома. Супер. Чуть-чуть седра апельсина. И готов. Все мои друзья, и не только мои друзья, все участники MasterChef, это правильная консистенция кускус. Идеальный вкус. Комбинация супер, из апельсинового. Я только добавляю чуть-чуть апельсиновый сок, для кислоты, седра. Да, очень хороший баланс, потому что тыква чуть-чуть как сладкий, нужно эту кислоты и горькость из апельсинового седра.
вкусно, как всегда. Ну что делаю? Пока.